едем в дальнюю поездку. Заправляемся регулер. 60 и 4% сейвинг. Полный бак. 32,50. Приехали в первый отель нашего путешествия. Чуть попозже расскажу, что это за путешествие. Город Нэшвилл, Теннесси, DoubleTree Suites. Неплохой отельчик. Тут у нас хорошая оценка по букингу. Восемь четыре оценка. Такой уютный отельчик. Тут каминчик есть. О, и там басик есть. Сходим покупаемся. Завтра утром. Пойдем в бассейн. В общем, короче, $75 стоит полностью со всеми этими, как сказать, со всеми таксами, короче, фи. Да, а так 65. Да, далее нам на первом этаже. Да, ну ковер, видишь, старый. Вот здесь. Вот номерок. Такой. Ну ничего так. Нормально. А, окей. Все, не надо больше? Нет, только это. Мы сейчас подъехали, сейчас выгрузимся. Выгрузим Макса. И будем отдыхать. У нас два чемоданчика. Все легко и быстро. Доброе утро, Макс. Пап, я боюсь. Что? Окажешься там? Мы проснулись в Club Hotel Nashville. Дождь идет. Надо сходить в бассейн искупаться. Там закрытая бассейн. Почему? Ты можешь искупаться, наверное? Я думаю, что нельзя. Нельзя? Ну, так я спросить можешь? Скажи, я купаюсь зимой, могу ли я искупаться? Ну. Сидя в этом отеле, есть завтрак. Сейчас пойдем на завтрак, посмотрим, что дают. А мы идем на завтрак. Бежим. Вот, здесь достаточно большой завтрак. Здесь хлопья. Здесь можно готовить эти. Там яйца, сосиски, бисквиты, хлеб, разные йогурты. Здесь можно приготовить вафли. Макс готов, да? А вафли, вафли будешь, Макс? Вафли, вафли будешь? Тут самому можно приготовить вафли. Вот такая штука. Сюда, в общем, кружечку наливаешь и сюда заливаешь. Сейчас подержи камеру. Сейчас мы приготовим вафли. Сюда заливаем. И закрываем. Что нужно было обязательно перевернуть, чтобы начался работать таймер. Она пищала мне, я не понял, что делать, короче.
Вот здесь есть кленовый сироп, вот здесь есть... Это клубничный? Брекфаст сироп какой-то и все. Ну, здесь мы набрали. Вот завтрак у нас такой, тут все есть, хлопья, короче, картошка, котлетки, яйца, вафлю самому сделать можно было, хлеб поджарить, кексики, ну, короче, действительно очень крутой завтрак, на самом деле. Крутой, зелени нету. Что, Макс, ты наелся? 7 часов 24 минуты. Ты наелся? Слышишь? Да. Макс, ты наелся? Подумаешь? А? Потому что позавтракали, очень хороший завтрак. В общем, что можно сказать про этот отель? На самом деле, неплохой отель. Оценка? Да? До Мемфиса 3 часа 18 минут. 8,4 оценка. На Hotels, а на Booking чуть поменьше, да, по-моему? Или побольше даже? Тоже 8,4? Бассейн не удалось покупаться, так как они начали его чистить. Дождик закончился, очень сильно облака плывут. Прям завтрак очень-очень плотный. Марина говорит, очень высокие кровати и это удобные. Ну да, еще. Так что хороший отельчик. $74 в итоге у нас вышел с таксами. Завтрак, я думаю, можно на 15 баксов. Мы где-то поели примерно. То есть отель, грубо говоря, вышел нам 60. Но это нормальные цены здесь в Америке. Здесь вообще в Америке минимальная цена на отель это $60. Да, да. $60 это минимальная цена. Есть, конечно, дешевле, но они уже совсем плохого качества. Оценка 6 и ниже. Снаружи отель выглядит вот так. Там мы запарковались. Осень. Желтые листья падают. Красиво. Сейчас нужно сдать карточки. Думали с утра поехать прогуляться в центре Нэшвилля, но погода пасмурная, ветерок дует и дождик периодически идет, так что мы просто проедемся по центру Нэшвилля. Нэшвилл считается столицей музыки. Америки. В Америке здесь до сих пор очень много всяких буклетов. Вот карта Нэшвилля. Машины разные. Интересно посмотреть. Этот музей. И можно взять этот рекламку и посмотреть. Вот Free Maps. Тур Free Maps. Тур Free Maps. Пойдем кататься. Сейчас дадим ключи.